Смертельная авария произошла сегодня в Мурманске. На съезде с восточной объездной дороги на улицу Рогозерская перевернулась машина. По сообщениям очевидцев, ДТП произошло около 17:00. Водитель «Фольксвагена» выезжал из города и на скорости задел левый отбойник. Удар был такой силы, что легковушку откинуло вправо, она перевернулась. Мужчина, управляющий автомобилем, вылетел из него и от полученных травм скончался на месте. Сейчас там работают сотрудники МЧС и скорой помощи.